В рамках работы еженедельной выездной инспекции в Звенигороде заместители главы муниципалитета провели очередной прием граждан. Жительница микрорайона Супонева пришла с целым списком вопросов. Больше всего беспокоит шум от дороги. Расширение дорожного полотна в разы увеличило количество машин. А вот звукоизоляционного забора так и не построили. Окна открыть невозможно, круглосуточно. Я так понимаю, от СКАДа? Да, вот это. Была двухполосная, сейчас шестиполосная у нас. Звукозащитный забор нам не установили, хотя было обещано все. Поэтому окна круглосуточно невозможно открыть. Шум машин ужасный просто. Выносит все мозги, тем более, что здание находится буквально в двух десятках метров от дороги. Вывоз мусора – проблема, которая беспокоит многих граждан. Этой теме уделяют особое внимание. Мусорные навалы в частном секторе и переполненные урны возле Макдональдса Андрей Иванов распорядился ликвидировать максимально быстро. Давайте мы параллельно с нашей программой по закупке 500 урн, которые мы сегодня будем обсуждать вместе с предпринимателями, просто купим 10 с вами и поставим. По дорожной теме оказалось не меньше обращений. Отсутствие остановок, хорошего освещения, пешеходных переходов жителей беспокоит многое. Но работа в этом направлении уже идет, заверил Сергей Батушенко. Сейчас этот проект разрабатывается. Он будет у нас по этой улице, по Маяковскому, утвержден в августе месяце. И до 1 сентября мы этот переход выполним. Там планируется, значит, выполнить понижение для того, чтобы обеспечить движение безбарьерное маломобильное группы населения. Соответственно, разметка, знаки, но все как положено. До 1 сентября все сделаем. Недавно в Одинцове произошла коммунальная авария, причиной которой стал прорыв трубы. Сегодня неполадки устранены, но этот случай должен послужить примером, чтобы избежать таких ситуаций в других частях округа, считает глава. Мы спасаем зачастую людей, действительно восстанавливаем коммуникации, которые не ремонтировались, не проводились в порядок десятилетиями, но потом должно быть 100% восстановление. То, как мы делаем сейчас в Одинцово по улице Новоспортивная, где была серьезная авария, после чего нам пришлось не только устранить аварию, но еще создать бетонное кольцо, усиление, так чтобы в этом месте асфальт никогда уже не провалился. После подведения итогов уже проделанной работы и обсуждения перспектив глава муниципалитета и группа заместителей отправились на инспекцию проблемных участков. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».